отметили. Именно вся страна у нас отмечала. Именно ведь Петр I создал камчатские экспедиции под руководством командира-командора Витоса Беринга. А во второй камчатской экспедиции под руководством Витоса Беринга участвовали представители Академии наук императорской, только-только что созданной, 1732 год. В октябре 1733 года ученые-профессора Академии наук Гмелин и Миллер побывали у нас в Чувашии, в то время мы Казанская губерния. Побывали в городе Чебоксары, поговорили с воеводой, побывали в пустыне Ильинской, побывали на богослужении. Октябрь 1733 год. Чуваши мы. Мы кто? Мы? Нет, мои дорогие. Они побывали на богослужении Кереметь.